Бантик, смотри, какой бантик, ну! Джайв, а ты выучила стихотворение? Завтра будут спрашивать. Миш, я тебе 100% говорю, меня не спросят. Киса, бантик тут. Твоя уверенность меня пугает. У тебя снова отнимут ноутбук. Удача, мое второе имя. Меня всегда везет. Ау, не царапайся. Ага, конечно. Ребята, держите ваши планшеты, ноутбук. Вы на этой неделе одни пятерки получали. Неужели, дорогая, твой метод воспитания работает? А ты получишь пульт от телевизора, когда сходишь в магазин. Правда? Список продуктов кинь смс-кой. Работает в 100% случаев. Привет, Independent. Джайв, тебе отдали ноутбук? Ага, что хотела-то? В школе объявили конкурс питомца. С тобой участвовать. Но ты же знаешь, что я побежу. Слишком надеюсь на свою удачу. Естественно, еще один повод убедиться, что удача на моей стороне. Котик за мной. Ау, подъем! Конкурс сам себя не выиграет. Киса, надо пробежаться вот тут. Ну давай же, залезай. Вау! Индепендент, приветики! Оу, а что за странный запах? Я тут котика тренирую, но откуда-то взялась грязь. Чудненько, в общем, смотри как надо. Котик. Ну что, скажи красиво прошел. Очень, котик, залезай на бревно уже. А ну стой, не ешь, это же мусор. Удачи, подружка. Би-би-би. Котик, а ну-ка марш тренироваться. Джайв, сколько можно воображать? Ты Индепендент перед всеми опозорила. Да я просто сказала, кто тут победитель. Эй, Котя, куда это ты? Просто невыносимо. Индепендент, твоя лучшая подруга. А, что так пугать-то? Ой, это прикольный. Эй, это моя кошечка, а не твоя. А слушается она меня. Ты даже не можешь научить ее сидеть. О, сейчас будет бом. Да ты, как я от тебя устала. Вечно тебе везет, а я остаюсь в проигрыше. Заметь, не я это сказала. Спорим, что я выиграю этот конкурс. Да и пожалуйста, удача все равно на моей стороне. По рукам. А ты не переборщила? Надо поставить ее на место. Эй, серьезно? Бежим скорее под крышу. Ой, что за неудача? Вставайте, Соня, завтрак уже на столе. Да, Джайв, мы опоздаем из-за тебя. Да встала я уже, что же одеть? Эй, раскидались тут. Мама давно говорила тебе там прибраться. Ой, ну что ты вечно мне под руку бормочешь? Джайв, подай мне, пожалуйста, соль. Соль? Ее что еще насыпать надо? Иди сюда. А, Барсик! Милая, что с тобой? Да что-то какая-то невезуха, второй день подряд. У автобуса прокололось колесо, вам придется идти в школу пешком. Что? Этого только не хватало. Джайв, и куда подевалась твоя удача? Никуда она не подевалась, это временное помутнение, идем. О, Джайв, сними хотя бы повязку от сна. А, точно, спасибо. А где половина класса? Индепендент, тебе Джайв не звонила? Нет, мы с ней не разговариваем. Здравствуйте, Ирина Тритолетовна! Извините за опоздание. Садитесь на свои места. В следующий раз напишу замечание в дневник. Вот видишь, удача всегда со мной. Ага, а сейчас будут стих спрашивать у тебя. Сегодня стихотворение ответит у доски. 100% не я. Джайв, пожалуйста. Как это Джайв? В смысле, я же не готова. Точнее, вы спрашивали меня на прошлом уроке. Замечательно, неси сюда дневник. Вы что, серьезно? Мне нельзя получать двойки. Удача, ау. Держи свой дневник, продолжим новую тему. Нет-нет, спросите еще кого-нибудь. Индепендент, это точно не готово. Вообще-то я все выучила. Это неправда, мы же вместе тренировали питомцев. Ты бы не успела. Джайв, тише, или мы пойдем к директору. Да хоть к трудовику, меня нечестно вызвали к доске. Так, все, быстренько за дверь. И два за поведение на уроке. Меня за дверь? Как это? Тебе нужно особое приглашение. Вот это я доигралась. Сегодня же позвоню родителям. Прощай планшет еще на неделю, мисс Удача 2019. Это же надо было так не повести. За один урок весь дневник в двойках. Моя удача отвернулась навсегда. Ох, детишки, сколько фантиков раскидали. Баба Нюра, кому повезло? Мне повезло. Ох, Джайв, а ты-то что не на уроке? Баб Нюр, у вас мусор из нашего класса? Конечно, столько бабушек.
учительница выкинула, убиралась в кабинете. Тут наверняка все наши контрольные. Бабнюр, я даже свою домашку выкинула, можно я попробую найти? Посмотри, конечно, пока пакет в мусорку не отнесла. Так, что тут у нас? Джайв, ты что там делаешь? Вот это находка, страницы наших старых дневников. О, гляди-ка, а ты раньше лучше училась. Бинго, клею прямо в свой дневник, никто и не заметит. Ты что? Вообще-то так нельзя. Мне ничего не будет. Осталось сегодня выиграть у Independent конкурс питомцев. Ну, конечно, не будет. Представляю вам всех участников нашего конкурса. Даже не думай, что ты сможешь у меня выиграть. Теперь удача на моей стороне, подружка. Первый раунд. Бег с препятствиями. Давай, Сплэйси, залезай. А теперь прыжки. Твоя любимая. Отличное прохождение! Следующий Independent и Миука! Ну, котик, идем! Джайв, мама звонит! Если ты сейчас же не придешь домой, они с папой сюда приедут! Я не могу, у меня конкурс! Ирина Тарталетовна все рассказала про твои оценки! Идем домой! Сейчас моя очередь, никуда я не пойду! Джайв, пожалуйста, ваше время проходить по лесу препятствий! Барсик, вперед, давай! О нет, это же вы любимые бабочки! Видимо, на этом мы закончили. Следующий раунд! Джайв, пожалуйста, идем домой! Мама не перестает звонить! Ты не видишь, я проигрываю, а я должна победить! Из всех питомцев меняет цвет только Гластронавт, и он побеждает в этом раунде. Счет ничья, готовься к поражению в следующем раунде. Ну уж нет, подружка, я так легко не сдамся. Последний раунд, домашнее задание. Гластронавт, выходи первая. Мой питомец умеет петь. СМС-ка, мы у охранника, сейчас же спускайтесь. Задержи их, а я пока выступлю. Подожди, маму же невозможно остановить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ангелина Борисовна, можно я первая, а то я тороплюсь. Эй, мой скунсик только что взял на откуси. Глэм, дай мне выступить, ты следующая. Я и мой котик в танце. Джайв, почему ты не дома? Мамочка, у меня вообще-то тут конкурс. А ну-ка, марш домой. Твои оценки сплошные двойки, а мы с папой тебе поверили. Хорошо, мам, только дай мне минутку, я соберу вещи Барсика. Кажется, все собрала. Не расстраивайся, твой танец с котиком самый классный. Ты правда так думаешь? Но выиграть сегодня придется тебе. Я поделюсь с тобой призом. Для одного кота будет слишком много корма. Знаешь, ты все равно остаешься моей лучшей подругой. Девчонки, давайте ваши руки. А теперь идем смотреть призы. А сегодня мы распакуем сестричек из серии Makeover. Наконец-то и ко мне приехали эти новиночки. Давайте скорее смотреть, что же там внутри. Ух ты, какая же здесь крошечная подсказочка. Посмотрите, здесь нарисована одна косметичка, и в ней столько много аксессуаров. А вторая нарисована девочка, и она в золотой короне. Неужели у меня какая-то принцесса внутри? В подсказочке написано Makeup Queen, королева макияжа. Яша, вот это да, настоящая девочка-модница. Ух ты, я уже вижу, мне попалась розовая капсулка. Снимаем последний слой. Вот это здорово, капсулка сделана в форме огромной бигудишки. И ей можно накручивать настоящие волосы, например, у себя на голове. Вытаскиваем капсулу из чехольчика и открываем ее. Ух ты, здесь уже в одной стороне столько пакетиков, и я вижу лист коллекционера. Посмотрите, ребята, одна половина капсулы – это кроватка для нашей куколки. Здесь мы ее будем убаюкивать и качать. А вторая половинка – это ваночка с пузырьками. Как же здорово это сделано! И в капсулке у меня оказалось всего 3 пакетика. Начнем с самого маленького. Он такой красивый, сделан в полосочку. О, какие очки! Ух ты, ребята! Вы только посмотрите на эту форму. Она такая узенькая и продолговатая. Что же это такая за девочка? А может быть, питомец у меня внутри. Давайте скорее дальше открывать. Мне уже не терпится узнать, какой же персонаж мне достался. Ух ты, какая сумочка. Это же настоящий рюкзачок. И он нежно-розового цвета. Донышко у него сделано золотистым. Точно так же, как и шнурочек по кругу. Вместительная штучка. Наверняка сюда поместится много книжек и тетрадок. Ну а теперь самое интересное. Я узнаю, кто же мне все-таки попался. Смотрите, ребята, вот это да! Это
это же маленький зайка! Какой он классный и безумно симпатичный! Его волосики, они же даже золотые! Сверху они сделаны коричневые, и чёлочка собрана в небольшой пучок. Посмотрите на этот крошечный хвостик, очень мило выглядит сзади. А спереди такой милый зайчик, и это же малыш Инстабани. И он у нас из золотого клуба, я к нему еще смогу собрать маленькую сестричку. Давайте примерим малышу очки, наверняка это оправа безумно ему идет. Кстати, в первый раз вижу такую у куколок Лол. Посмотрите, как он мило выглядит. Настоящая звезда Инстаграма. Ну а теперь я посмотрю, что же внутри второй бигудишки. Хочу, чтобы это была сестричка. Распитомец мне уже сегодня попался. Вот она, моя первая подсказочка. Теперь мне нарисована здесь маленькая девочка. И такое ощущение, что она танцует. Вторая картиночка – это пакетики с покупками. Может быть, наша девочка обожает шопинг. Давайте скорее посмотрим. Смотрим. Ух ты, а на картиночке на капсуле нарисовано сердечко и морковка. Кто-то обожает здесь хрумкать ее. А на этот раз мне попалась персиковая бигудишка. Давайте ее скорее откроем. Как всегда, сначала открываем самого малыша. Ой, что это такое крошечное? Смотрите, ребята, это же маленький галстучек. Вот это да, посмотрите, какой он классный и розовенький. А пристегнут он на беленький воротничок. Как же это мило смотрится. Неужели там внутри какой-то важный персонаж? Следующий пакетик, и он самый крупный, который попался мне в этой капсуле. О, это кепочка! Ух ты, смотрите! Что за надпись? Здесь же написано «Упс». Неужели мне попалась либо сестричка, либо питомец для Oops Baby? У меня же совсем недавно была ее семейка. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ну а уже сейчас я узнаю, кто же у меня там внутри. Вот это да! Смотрите, какой маленький шарик! Это же настоящий хомячок! И у него на манишке сделано белое сердечко. Какой же он прикольный! Волосики сделаны точно так же, как у Oops Baby, в маленькие хвостики. Посмотрите на эти здоровские пупырышки. А сам он всем показывает язычок. Только взгляните, как забавно он выглядит. Настоящий важный хомяк. Давайте посмотрим, как эти крошки меняют цвет. Начнем с зайчика. Ух ты, в холодной воде сразу начались превращения. У нашего зайки появилось целое платье. Вот это да, и вырез у него сделан маленьким сердечком. Еще и на ушках появился розовый цвет, как будто маленькие классные чехольчики. Ну а теперь твоя очередь, Хома. У него же волосы стали цвета фукси. Еще и реснички такие красивые, как будто бы целые стрелки на глазах. А сзади у хомячка появилась маленькая татушка с сердечком. Вот это настоящий Хома-модник. Ребята, как вам семейка Джайв, которую я сделала? Обязательно ставь лайк. Пиши в комментариях, какая семейка должна быть следующей. Ставь лайк и подпишись на наш канал. Лайк, лайк, лайк!